Сегодняшний выпуск посвящен миграционным процедурам, которые пользуются наибольшей популярностью у клиентов компании International Expert. Речь пойдет об упрощенных процедурах оформления гражданства Румынии и Болгарии. Я расскажу, в чем их особенности и какие именно преимущества привлекают клиентов компании. А также, досмотрев выпуск до конца, вы узнаете, какие открываются возможности в области бизнеса, образования и повседневной жизни для обладателей паспортов этих европейских стран. Меня зовут Вадим Вильде, и я приветствую вас на канале International Expert. Столица Румынии встречает своим неповторимым ритмом и атмосферой. Не зря местные жители называют город маленьким Парижем. Я нахожусь рядом с дворцом парламента в Бухаресте. Не побоюсь этого слова, но за моей спиной творится история. За этими дверями был проложен путь к европейской коалиции. Ведь именно здесь 20 лет назад Румыния сделала свой выбор в пользу евроинтеграции. Для кого наверняка подойдет Румыния как страна для проживания? Для всех тех, кто ставит вопрос личной безопасности и безопасности своих родных на первое место. Потому как Румыния входит в категорию стран с высоким уровнем безопасности жизни. Здесь будет комфортно представителям творческих профессий, IT-сферы и всем тем, кто желает окунуться в настоящую европейскую жизнь. После вступления в ЕС Румыния прошла ряд совершенствований, и теперь быть гражданином этой страны значит обладать рядом уникальных преимуществ и привилегий. В Румынии особое внимание уделяют здравоохранению. Финансирование составляет 5,6% от ВВП. Для сравнения, в странах СНГ выделяют 4%. Ну а качество не достигает уровня европейских стандартов. Стоит отметить, что только граждане Румынии могут воспользоваться различными льготными программами от государства и редкими медицинскими услугами, как, например, хирургические операции высокой сложности. Образовательная система была стандартизирована под нормы ЕС, и теперь ее университеты могут конкурировать с лучшими вузами мира. Это подтверждают различные рейтинги и увеличившееся количество международных конференций, и тот факт, что ученые все чаще выбирают местом своей научной деятельности именно Румынию. Например, обучение в Бухарестском университете проходит на английском, немецком и французском языках, а также организованы научно-исследовательские лаборатории и группы. Как показывает практика, происходит активное распределение в научные центры и помощь в трудоустройстве выпускников. Правительство Румынии заинтересовано в развитии и поддержке предпринимателей и готово оказывать помощь и поддержку в виде различных льгот и государственных программ. Как же оформить гражданство Румынии и иметь возможность использовать все привилегии стран Евросоюза? Для этого я рекомендую пройти упрощенную процедуру репатриации. Основанием для прохождения данной программы является территориальная привязка ваших родственников к землям, которые входили в состав королевства в период с 1918 по 1940 год. Речь идет о Молдавии, Северной Буковине и Бессарабии. Программа не требует знания румынского языка, отказа от родного гражданства и длительного проживания на территории Румынии. Сроки оформления гражданства таким путем занимают от 12 месяцев, что является огромным преимуществом перед процессом натурализации, который длится порядка 10 лет. Перенесемся в столицу Болгарии. Я нахожусь в городском саду Софии, недалеко отсюда находится Министерство правосудия, где происходит подача документов на получение гражданства. А тысячи заявителей сделали свои первые шаги в свое европейское будущее. Если вы желаете жить в безопасной стране с прекрасным климатом и огромными перспективами развития, то Болгария подойдет именно вам. Граждане Болгарии имеют возможность обучаться в университетах европейского уровня, дипломы которых привлекают работодатели со всего мира. Для выпускников доступны различные программы стажировки и дальнейшая помощь в трудоустройстве, особенно в сфере IT, биотехнологии, инженерии и машиностроения. Стоит отметить, что болгарские вузы демонстрируют высокий процент трудоустройства выпускников именно в международные компании. Исключительно для граждан страны в сфере здравоохранения и медицинских услуг Болгарии доступна расширенная система оздоровительных и реабилитационных льготных программ, которые расположены вблизи моря и горной местности страны. Также Болгария активно развивается в области интеграции своих граждан в культурную и социальную жизнь Европейского Союза. Поэтому существует много грантов и помощи в реализации инициатив и общественных программ, которые выходили бы за рамки страны. Правительство Болгарии активно стимулирует собственных предпринимателей. Для этого существуют государственные программы кредитования, особые экономические зоны и другие льготы. Также стоит отметить, что ставка подоходного налога одна из самых низких в Европе и составляет 10%. Какой из способов легализации здесь наиболее упрощенный и доступный? В Болгарии существует специальная государственная программа репатриации. Кандидат не обязан знать болгарский язык, проживать на территории Болгарии, инвестировать денежные средства в недвижимость или бизнес, а также отказываться от родного гражданства. Основанием для прохождения процедуры является наличие родственных связей с лицом болгарской национальности. Так почему же эти репатриационные программы так привлекают жителей стран СНГ? Помимо перечисленных преимуществ, паспорта Румынии и Болгарии позволяют своим владельцам проживать
обучаться, трудоустраиваться и пользоваться медицинскими услугами в любой из 27 стран Европейского Союза. Все это благодаря директиве Европейского парламента и Совета номер 38 от 29 апреля 2004 года, уравнивающий всех граждан стран ЕС между собой. Кроме того, вам будут доступны безвизовые путешествия в 170 стран мира. Вы сможете свободно пользоваться финансовыми продуктами банковской системы Европы, релоцировать существующий бизнес или открыть собственное дело с нуля и обойти затруднения, связанные с появлением ряда различных ограничений, появившихся относительно недавно для некоторых стран СНГ. Компания International Expert помогла тысячам клиентам стать частью европейского сообщества благодаря оформлению гражданства путем прохождения процедуры репатриации. Присоединяйтесь и вы. Стоит лишь оставить заявку на сайте, и мы поможем вам достичь европейского будущего. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале International Expert.